Экспонаты выставки «Акылдан язган вакыт. Сумасшедшее время» показывают все этапы развития часового дела. В фонде музея собрана огромная коллекция часов, свыше 200 моделей. Большинство из них сделано еще во время Советского Союза. Сейчас это настоящие раритеты. На открытие пригласили и единственного в городе мастера по ремонту старинных часов. Раис Габдракипов говорит, что эти экспонаты могут дать фору многим современным моделям. Сделаны они были на совесть, не разбивались при падении и служили долгие годы. Но у населения еще остались такие часы. Вот ко мне вот обращаются у татар же вот ураза. Начинается, вот бабушки, дедушки, своих внуков, детей заставляют нести эти антикварные часы, ну, они вместе состарились. В древние времена люди уже умели определять время по движению солнца на небе. Кроме солнечных часов были известны часы песочные, водяные и огневые. А еще восковые. Такая модель тоже есть в музее. За всю историю своего существования часы много раз меняли устройство, образ и форму. Сегодня в нашем обиходе настольные, настенные, напольные и наручные часы. На выставке можно увидеть старинные детские часы и будильники советских времен, и даже импровизированный циферблат, сделанный сотрудниками музея. В нашей жизни перестало иметь какие-то временные границы, так же, как и наши цифры на импровизированном циферблате. Вера Игнатьевна передала в дар музею часовые реликвии мужа. В этой коллекции есть и очень трогательный экспонат – нарученные часы, которые на первом свидании ей подарил супруг. Я действительно подарила коллекцию и нисколечко не жалею, коллекцию часов, которые собирал мой покойный муж. Сотрудники музея разыграли викторину для ребят и рассказали им интересную притчу о петухах и времени. По притче, пробуждение петуха связано со звездами. Именно по ним он определяет время. В завершении презентации выставки все гости музея загадали желание под бой курантов, подняв бокалы с лимонадом. Выставка мне очень понравилась, так как тут говорится о часах, о нашем времени. Сам я тоже люблю носить часы. Мне очень понравилось здесь. Очень интересно узнать о времени, об истории создания часов, как оно вообще происходит. Я бы очень хотел, конечно, еще раз посетить, но вряд ли, конечно, такая возможность будет, но очень интересно было. И также мастера часов очень интересно увидеть было. Такие. Посетители выставки не упустили возможности сфотографироваться в импровизированной мастерской по ремонту часов. Амина Яникеева, Марина Юрина, Альметьевск ТВ.